И всем привет, с вами я Александр Сачков, и сегодня я вам покажу, как можно зарядить телефон с помощью микроволновки. В общем, что вам надо сейчас сделать? Свернуть этот видосик, поставить под ним лайк, и вот наш телефон, мой то есть телефон, который я сегодня буду заряжать. То есть не фейковый телефон, а реальный телефон, который работает, вот. Вот картинка на нем есть, вот. Там звук можно делать. То есть никакой не фейк, вот. Его можно разблокировать, вот он. У нас есть телефон. В общем, вот он. Рабочий телефон. Без фейков. Берем вот так вот. Можем выключить его. Все. В общем, сегодня мы будем его заряжать. Да. Итак, что нам для этого нужно? Телефон и микроволновка, и все. В общем, приятного вам просмотра. Итак, друзья, давайте посмотрим, сколько у нас сейчас здесь зарядки. Так, вот. В данный момент у нас сейчас здесь, не знаю, почему не показывает. Вот. В данный момент у нас сейчас 85 зарядки, вот, можем показать, вот, то есть не фейк. Там написано 85, да. То есть реально это не фейк. Серьезно, рабочее все. То есть вот, 85% зарядки. После нашего эксперимента должно что-то прикольное получиться, и у нас должно уже быть не 85, а целых 100% зарядки. Ну что ж, давайте проверим наш эксперимент. Давайте уже. Начинаем наш эксперимент. Итак, мы берем наш телефон. То есть вот он. Так. И кладем его в нашу микроволновку. Так, вот микроволновка. Так, суем его в нашу микроволновку. Вот. То есть видно то, что он там. В данный момент находится. То есть, да, видно. И мы закрываем нашу крышечку. Вот так вот. Все. То есть, вот он. Наша микроволновка. И сейчас я ее включу и посмотрим, что из этого выйдет. И зарядится ли телефон или нет. В общем, приятного вам просмотра. И еще, ребят, не забывайте то, что телефон надо подержать туда там несколько секунд, потому что если передержать телефон в микроволновке, он может просто сломаться. Поэтому советую вам всего лишь, ну, секунд 5, наверное, подержать, и он сразу зарядится. Давайте проверим нашу историю. Раз, два, три, четыре, пять. Все, вынимаем и смотрим, что у нас там получилось. Давайте посмотрим, что же у нас там вышло, да. Итак, вынимаем наш телефон. Так. И видим. Так. Нифига, он теплый. Офигеть. Так, ладно. Это пока что давайте закроем, это не нужно пока что. Так, пробуем, включается, нет? Нет, не включается. Что мы сейчас делаем? Сейчас давайте я поставлю. В общем, сейчас я на видео это, наверное, делать не буду. Раскрывать телефон. Батарею делать. Сейчас, подождите. Сейчас я сделаю. Просто подождите. Секунду. Итак, вот мы сделали. Так, вот наша крышка. Кто не знает. Так, вот наш телефон. Смартфон. Так, берем вот так вот нашу штуку, меняем. Так. Видите, она у меня. Так, вот наша батарея. Теперь мы ее опять туда всовываем. Таким же опять образом. Так, что-то не вставляется.
Подождите. Вот, вставили. Теперь мы ее опять так вот закрываем. Наш телефон. Так. И включаем его. Так. Окей. И видим, у нас он включается. А именно, значит, он у нас работает. Это нереально, но это правда. Так, то, что телефон серьезно работает. Подождите, мы сейчас проверим еще, сколько у нас там заряда сделалось. Некоторые люди просто не верят, то, что эта система реально работает с помощью микроволновки, чтобы зарядить телефон. Но это реально работает, и просто нужно батарею переставить и все. То есть вытащить ее и опять ставить. Так, вот наш телефон. То есть вот он рабочий. Так. Нет. Немного не так. Ладно. Так. Так. Вот. Могу даже проверить. То есть все вот эти вот системы. Телефон работает. Так. Это как-то странно. Давайте... Немного заглючил он, немного экранчик. Ну ладно. Нормально. Итак, мы смотрим, сколько у нас там заряда. Так. И мы видим то, что заряда у нас стало 96. Да, не 100, но, ребят, это нормально, в общем, для телефона-то. И всего лишь вот столько вот. Только вот время сбилось немного на телефоне. Но это можно все поменять. 16-11 так и осталось. Ну вот так вот, ребят. Можно это все сделать. Вот так у нас получился у нас телефончик. Давайте его пока что выключим. Ну что ж, давайте говорить пока. Итак, друзья. Мы узнали то, что с помощью обычной микроволновки можно зарядить телефон. Ну, не на 100%, но возможно. Возможно, если бы я дольше подержал его, то, возможно, он зарядился на 100%. Но просто там что-то заглючило, и немного телефон не работает. Но я переставил все работать, теперь нормально. Вот с этим телефоном, ребят. То есть он работает нормально. Честно вам отвечаю, вот. Еще раз проверим. Давайте проверим. Вот. То есть там работает серьезно, нормально. Время поменялось, потому что, ну, когда ты вынимаешь карту, ой, не карту памяти, батарею, тогда сбивается время. Это уже все знают и все понимают. В общем, телефон зарядить можно не на 100%, но возможно. И те, кто говорит, что это невозможно и ломается телефон, ну... Нет, вы просто возьмите, вытащите батарею из телефона и потом ее опять ставьте. И будет все работать. Вот я вам честно говорю, это не шутки, ребят. В общем, с вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. Не забывайте заходить на сайт nubas.pro. Там новые новости. В общем... Там все самое интересное. Nubas Cases есть. Интересные кейсы. Также есть Nubas Servers. Там сервера для CS1.6, CS Source и CS Go. Все ссылки будут в описании. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видеозаписях. Набираем 100 лайков на этом видеоролике и выходит новый видеоролик, в общем. В общем, всем удачи и всем пока. Да-да-да-да-да.